Всем здорово, с вами Виор, и мы сразу начинаем с мяса. И да, это Чивалри. Да, и с нами играет Витёк. Витёк, поздоровайся. Всем привет. Это, видимо, это видео сделано это специально. Да. Вот так вот. Потому что Steam сейчас в кинке. Аж целых 90%. Вы представляете, ребята, 90%. Витёк уже офигел, да, Витёк? Да-да. Эту игру можно купить за $1.5 вместо 14. И вот мы просто вот так вот решили сделать обзор на нее. Да, вот так вот просто решили. Витёк, к сожалению, играет против меня. К большому такому сожалению. Ну ничего. Ну ничего. Это Витёк, ему простительно. Вообще, смысл игры тут... Нужно уничтожить вражескую сторону. А тут есть всего лишь две стороны. Это Орден и Рыцари. Я играю за Орден, а Беур за Рыцари. В общем, Орден... Давай, рассказывай, да? Ты же уже целых два дня играешь. Да. А я-то такой один. В общем, тут основная механика это просто блокировать чужие удары и наносить вам. Ох, как рассказал. Просто ну, я... Ну, наносить удары это кнопками мыши, а блокировать их правой кнопкой, наносить левой. В общем, все просто. Можно еще сделать особенный удар. Это нажать кнопку F. Это удар ногой. Но у разных классов по-разному. Есть 4 класса. Это копейщик и пехотинец. И еще лучник и тяжелый пехотинец тоже. Они отличаются скоростью, уроном и оружием. Я сейчас играю за копьенос. Это быстрый. Блин, я своего слил, какая печаль. Да. Тут можно и со своими подраться. Можно и даже нужно. Да, если, да. Если они такие, как Витёк, достают. Иногда. Сейчас мы играем в компанию. Тут это чем-то похоже на сценарий. Тут нужно... Тут есть несколько... как ударить с ноги или выбить щит? Это F. F, окей. Спасибо. Английская. Что-то ваш орден, ой, что-то ваши рыцари быстро рассыпаются. Смотри, чтобы я к тебе не добрался. Ага, я понял, как это. Сейчас на этой карте ордену нужно защищать свою крепость, а рыцари... Должны ее захватить. Логично. Так и играем. Но я думаю, рыцарям будет нехорошо. Так и играем. За исключением того, что Витёк у нас подрабатывает капитаном очевидности. Что есть? Капец, просто мечи отрубывает все. Да. Главное не давать рыцарям. Че это за быкоголовый? Как его вообще слить? А это наш вождь, так сказать. Наш? Нам нужно... Ваш? Наш вождь. И у него больше хп, и тебе труднее его слить. Я с трех ударов. С трех ударов рыцарских. Ты понимаешь, что ты в эти слова ничего не имеешь? Так в этом вся суть.
Если бы он был обычным солдатом, его было бы легко уничтожить. Очень быстро. Ой. С тобой съестно. Блин, это нельзя, это нельзя. Вот это вот. А, так это был ты. Так это был я. А я думаю, почему так легко? Тебе легко, но сейчас мы тебе сделаем. Чем еще поговоришь мне тут? Поговорю. Не, наш влетает и не смотрит, кого бить. Не смотрит? Он всех бьет подряд. Что я, что он. Но это проблема. Кажется, придется мне поменять. Мне тоже персонажи. Теперь я за рыцарей. Я помогу вам взять эту крепость. Броня, скорость. Окей, давай, возьмем. Ворон какой-то. Как его в общем использовать? Ой, меня перевели во вражескую команду. Смысле? Не вражескую, а в союзную. Нет, считаю, нет. Что... я уже переходил. Я знаю. Я теперь обратно. Ну все равно, знаешь. Все равно победа наша. Все хорошо. Ранги. Ты какой ранг? Я уже третий. О, я уже почти шестой. Поиграл, называется. Слушай, ну я как бы мне экспы почему-то больше дали, чем тебе, я не знаю, с чем это связано. Ведь я играю в эту игру, сейчас скажу, блин, не знаю сколько. Сейчас надо будет посмотреть. Так, давай кого, рыцарей или орки? Давай-ка за рыцарей. Окей, рыцари, поехали. О, так я знаю эту карту, тут надо защищать этот замок. А у тебя что, 3 часа уже? На часа? Нет, я говорю, я 3 часа играю в эту игру. Не, ну так не пойдет. Мне тупо отпиливают голову. Ну, господи Иисусе, ну что это? Ну что это? Да, игра хардкор. Хардкор. Ай-яй-яй. Вот эти ножички. Такое. Слушай, вороний клюв не имба, но такое. Выносит с двух плюх, как и меч. Нормально идем. Это надо им не дать захватить, да? У нас две точки, которые нужно оборонять. А орден пытается их захватить. Но у нас есть преимущество. У нас на этих точках стоят арбалеты. И мы можем с них... Давай еще попади мне с арбалетом. Меня вон слили наш. Что ты еще мне скажешь? Мне этот стату мне портят.
У нас катапульт уже нашу стреляет. Кстати, лед классно сделал. А, нет, это не лед, это вода. Нет, это лед. Но лучников беру часто очень. Да. Даже не поиграть, не показать. Я бы не сказал, что это имба-класс. Так как они... Нет, очень... это не имба-класс. Вблизи он очень слабый. Но правда, если на нем уметь играть, можно без усилий защищать. Ну, отлично, меняй наши слова. Конечно, да, я виноват, я подлез под мячи, но все. Эх, меня же свой слил. Что же? Будем выигрывать. Беру разбег. Взял. Убил одного. Ой. Как же все-таки Беура плохо убили. Но я отомщу за тебя. Да это я лучник. И че, что ты меня убили? Давай, давай, мсти. Да я уже его убил. Неплохо убили, меня нормально убили. У меня лучник вообще слил, вообще какой-то днищевский. Ага, я что-то где-то слышу. Легко. Убил одного. Давай. Это вообще какой-то озверевший лучник. Хорошо играет он. Да, он капец какой играет. Короче, влетаю. Ну, удачи тебе. Не вижу, кого бью, но кого-то забью. Наших бьют. Если не можешь убить врага, убей своего. Я не знаю, где это говорится. Слушай, ну я занес 17 врагов разбил. Сейчас зашел. Наверное, 4 наших слил. Но, ну тут не наших, наших не наших, тяжело сливать это. Заходишь там. Можно на лучники попробовать. А что, уже можно? Да, я уже взял. Молодец. Да, не знаю. Не получится, как я уже. Ха-ха-ха!
Главное попадать. Я тоже покажу лучники, как только у меня будет такая возможность. Сейчас она у тебя и будет. Вот нам дали следующее задание. Теперь нам нужно оборонять форт. Надеюсь, у нас это получится. Сейчас все постараются взять как можно больше лучников. Я бы постарался. А у тебя это... текущий классный хата лучников. Это хорошо. Нет, ну я не взял. Я до сих пор этот копьеносец или как-то. Копьеносец. Авангард его называют. Авангард? Интересно. Да. Такой с ведром на голове, ну, как и большинство рыб. Да. Вот так вот и играем. Дайте каббалисту. У нас 7 копьеносцев. Интересно. Что же будет? Ну и где? Меня выбили луками с баллисты. Это... Витёк, я знаю, что это плод. Это хорошо, что ты знаешь. Я, короче, слёг. Ну что ж... О, я за лучник играю. Это хорошо. А я попытаюсь сесть на вражескую баллисту. Эх, кажется, меня сейчас убьют. Походу конец версиям пришел. Да, так и было. Капец, на меня чувак напал, а ему просто голову отрезал. Такое тоже бывает. Я такое животное. Нужно лезть на стены, тут нас берут. Наш форт скоро возьмут такими темпами. Нужно срочно садиться на баллисты. А вот и я теперь на лучнике поиграю. Ты, блин, он сложный персонаж, достаточно. Но если уметь играть, можно поубивать. Вот, тут можно даже стрелы пополнять. Наши ворота опустили. Это плохо. Нужно срочно возвращать все как было. Отлично. Беги на стены. Тут наши ворота опускают. Убил одного. Отлично. Ворота снова опускают. Поднимают. К сожалению. Так они все равно заходят. Ой, я хедшот поставил. Я тоже. Видишь? Неплохо играем. Попал по пацану.
тяжело попасть, когда человек попал. Двигается. Достаточно быть тяжело. Эх, все-таки убили. Ну что ж, и такое бывает. Я сам сейчас убил, короче. Давай я попробую взять арбалет. Попробуй. Просто, когда играешь за лучника, лук как-то понадежнее кажется. Да, арбалет много урона вносит, но... А что вообще больше, арбалет или лук? Конечно же, арбалет. Да. Тогда будем использовать арбалет. Нужно держаться ворота. Отлично. Да, но арбалет долго перезаряжается, так что это... Опять хедшот поставил. Блин, я нашего слил. Капец. Что творю, люди, что творю? Как-то не привычно надо. Стрелы они летают. Пожалуй. Дополнительные боеприпасы. И сюда поставим широкий кинг. Ой, нет, у меня вот это. Хоть начнешь, а и боеприпасы. Отлично. Эх. Все-таки баллиста это грозное оружие. Ну, он бы мне такую переносную. Да. Поставил где захотел и расстреливаешь всех. Это как артиллерия. Да. Ой, у нас ого! Тут... Да он ваншотит этот арбалет. Да. Help me, guys, please. Слейте этого куря. Долго мы что-то удерживаем. Да. Ну что ж, стараемся. Враги все крут и крут. Я нашел тут вышку очень высокую. Тут есть еще одна баллиста. Прямо наверху замка, это хорошо. С ним очень удобно расстреливать вражеских. Какой пример людям тебе даю? Какой? Ну, вот. Что хотелось бы сказать, реально тяжело очень играть. Особенно на вот этих. Проще кого-то убить мечом. Да. Попасть довольно-таки тяжело. Снаряд летит медленно. Да и до того еще и порога. Это вам не пуля. И то верно. Отлично, меня же наши слил. Ебло. Уже что-то. Уже да. Как ты туда залез? Там есть лесенка.
Мне это арбалет не ваншотит. Иногда бывает, что не ваншотит. Иногда это довольно-таки часто. Но на него, кстати, не нужно особо высоко пушку поднимать. И стреляет он дальше вроде как. Но мы вообще достойно держимся. Да. Чувствую, они не возьмут наш замок. Что ж, пойду-ка я с мечом попробую. Сильно получилось. Да, я вижу. Ну это ничего. Итёк, я к тебе. Давай. Меня там уже нет. Отношение к тебе. Оу, прилетело. Да так неплохо прилетело, я тебе должен сказать. Все еще держимся. Да, еще додержимся. Сколько там времени осталось? Не написано. Еще держать. Нет. О, все, что делать. Классно, ребята, классно. Сыграли достойно. Я обнул, кстати, уже 6-й ранг. Что мне уже доступно? Что я могу уже открыть, допустим? С каждым рангом открываются новые виды оружий на некоторых персонажей. Допустим, что самое топовое на лучника? На лучника? Ну, арбалет. Он открывается с каждым рангом. Все лучше и лучше? Да. Сначала обычный деревянный, потом с металликом. Ну что, все, Витёк, заканчивать будем. Да. Пора прощаться. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Отдельное спасибо, скажем, Витьку за то, что нас, в кавычках, проконсультировал. Всем спасибо, ребята. Всем пока.